Приветствую, друзья. Продолжаем выживать в Икарусе. Почему-то меня зареспаунило вне дома. Непонятно. Так, у нас тут буря. Так что прикроемся. Олень. Пусть будет ловушкой наш олень для волков. Поскольку волки нам нужны, чтобы делать дальше броньку. Так, а нам остается наручни, получается. И ботиночки. Угу. Так, как там наша... Почему ты медь делаешь сначала? Делай железо, пожалуйста. Это мы перетащим в наш верстак. И это нам нужно будет вот для этой штуки. Нет, вот для этой штуки. Еще 8 веревок нужно будет. Жестко, жестко. К оленю никто не идет. Вон он валяется. Странно. Так, ты металл делаешь? Да, молодец. Делай металл. Так, давайте, наверное, скинем 50 металла сюда для стрел. Палочки есть там? Есть палочки. А кожа только нужна. Угу. То есть нам по-любому нужно будет долбиться. Угу. Так, давай еще сюда 50. Не идут к тебе волки, товарищ. Так, и, наверное, надо сделать себе... Невозможно сделать камня, не хватает. Так, камень здесь есть, да. Здесь есть камень. Сделаем. Молоток. Отлично, и починим наш ножик. Мы не можем сделать... Ну, смысла уже нет, да, согласен. Так, сейчас будет тяжелое время. О, там кто-то у нас. Кролик. Угу, а там кто? Тихо, только не влезь в этот. Ладно, не увидим. Плохое расположение. О, понеслась. Ну, не. Все окей. Да, кажется, все окей. Не. Так, кровать на месте, что не может не радовать. Так, мясцо подготовилось, так, это мы подъедим. Копируем, так, как у нас тут есть первая двадцаточка, хорошо. Дерево там повалили. Угу. Так. Надо было 40, насколько я помню. Угу. И 20 дерева. Так, ладно, все, можно уже уходить. Я вот еще все думаю, надо ли нам не деревянное
брать строение с собой. Или на ну, да ну нафиг. Так, дерево. Ну, дерево нам там пригодится тоже, для тех же костров. Вообще, обычно, говорят, надо бегать с двумя кострами, но, опять же, у нас есть чудесный баф на Арктику. Так, собираем. Волокна тоже. О, дерево вообще сейчас навалом. Но лучше больше, чем меньше. Так, хорошо. Отлично. Ягодки. О. Фига себе ты самонадеянный. А я мазила. Так, собрали, Кто бы ты ни был. Но ты меня напугал. Вот там нет никого. Не. Глюки. Так, нам нужна кожа. Что могу сказать? Угу. Так. Иди. Ага, это этот зубр. Бизон. Застрял где-то там. Так, есть 20. Берем 20, несем сюда 20. Делаем, так, скидываем дерево. Делаем наковальню. Да он там прям это... Если это действительно бизон. Не, бизон тут. Вы же видели, да? Так. Не, не сработало. Подожди. Меня же не проглючило. Там был он. Эй. И чё?
Очень странно работает все. Вот так. Пойдемте разбираться. Что же здесь случилось? И где все мои стрелы? А, я понял. Угу. Ну, Мишка, сам виноват. Забираем все. Вот и мех, который нам так нужен. А тем временем вечереет. Надо восстановить себя. Все. Еще один? Я думал, они это обнаглели окончательно. Олень. Твоей наглости нет предела. Ясно. Угу. Так, у нас появилась наковальня. Ставим наковальню. И так, мясцо в огонь. Шкуры сюда, соответственно. Так, надо сделать ноги. На руки не хватает. Так, хорошо. Все, ничего хорошего. Так, это мы деактивируем. Угу. Скидываем сюда. Делаем гвозди. Так, нам еще нужно было здесь. Сколько нам нужно было на 15? Угу. А, ну вот как раз 15. Скидываем сюда 15. Мы можем теперь сделать, когда будет веревка. Сейчас сделаем веревку. А, 8 веревок надо. Давай сделаем 10. Создаем 10 веревок. Так, сейчас будем делать это. Да. Создаем интерфейс орбитального обмена. Угу. И, по-моему, его с собой можно было взять. Что-то как-то вы подозрительно себя ведете. Так, здесь мы делаем гвозди. Скорее всего... Немножко гвоздей. Делаем себе ножик и кирку. Кирка, ножик. Отлично. Так, и нам надо сделать себе лук. А для лука нам не хватает опять кожи. Что ты делать-то будешь, а? Фига себе, вы видели? Я его с первого раза не одолел. Так, забираем. Ой, я кирку поставил вместо этого. Так, ну извини. Так. Ну. Хорошо.
Может, стоит копии изучить еще, не знаю. Так, все. Максимально. Здесь теперь-то мне всего хватит. Попал таки. Ну да ладно. Эй. Так, нет, сюда. Вот. Все. Так, во-первых, лук. Два. Делаем. Их надо подъесть чуть-чуть. И загрузить нашу чудесную штуку. Готовка еды. Это забрать. Так, два лука есть. Хорошо. Станцию тоже надо взять с собой. Угу. Скинуть шкуры сюда. Как это выкинуть? Шкуры скинуть сюда. И сделать нам... Перчаточки. Угу. Отлично. Так. Хорошо. У нас есть комплект есть. Отлично. Можно делать стрелы. Как уже есть. 52 стрелы. А, это бонус, да. Наверное, это бонус. Так, все, кожа закончилась. Стрелы нет. Так, лук заменяем. Эту заменяем. Идет сюда. Топорик верните. Топорик верните. Где топорик? Мой топорик здесь. Да. Вот. Топорик верните, сказал он. А еще нам нужно будет, конечно же, дом. С собой взять. Так, следующее утро. У нас 22 часа на выполнение миссии, что, в принципе, не так уж и много. Но вполне нормально. Да. По-хорошему нам надо сделать нишманских стрел тоже. В костяных смысле. Серна. Ты вообще уже все попутала. Да что ж такое? О. Мы за кожей только. Можем ли мы теперь делать нормальные стрелы? Да, можем. Сколько? Целых 28 штук. Немного, но терпимо. Готово. Ну, практически... Эй. Допрыгнул. Сейчас прям обещает очень плохую погоду. Опять? Вы серьезно это? Вроде бы.
Мне как-то предыдущий вариант этой локации с волками нравился больше, если честно. Угу. Надо бы там деревья подпилить. А волков сейчас вообще нет. Там помните в прошлой, ну, в прошлом, позапрошлом эпизоде получается. В прошлой миссии мы тут же были. И тут волков была тьма. А сейчас фиг. Так, еще 24 стрелы, отлично. Так, хорошо, закидываем эти ягодки, едим. Это очень плохие звуки. Олень, олень, олень. Ну, 100 баллов там где-то медведь. Ну, 100 баллов. И нам надо туда, чтоб туда. Ладно, давайте оденемся. Наведем порядок. А, надо сделать себе. Оденемся-то, оденемся. Да, зайди ты в дом. Надо посмотреть, хватает ли нам. Не хватает, так, ясно. Медведь. Миша. Ты где там? Ты же там? Это ты? Да, это ты. Сюда бежишь? Сюда не бежишь? Дрянь, отпусти. Уйдите. Серьезно? Что с тобой за проблема? Ты застрял в чем? Не, я только за. Мне как раз на спальничек не хватало. Отлично. Так, хватает теперь? Да, хватает, все можешь создать. Бежим до дома. Можно назвать эту серию прям это «Пожинатель медведей». Так, мясо готовится. Вперед. Хорошее мясо. Суды. Так, надо все максимально отремонтировать и уже двигаться в ту сторону. Так. Ремонт. Ремонт. На всякий случай у меня есть 3 этих бима. Спальник. Мех скидываем сюда. Нет. Мех скидываем сюда. Эти штуки закидываем на нас. Чтобы одевалось. Угу. Хоп-хоп. Почему нет кнопки одеть сразу, а? Так, есть. У нас есть бонус копта. Охренел? Вообще. Совесть потерял, волчара. Вот тебе. Ну и
еще мясцо. Угу. Так, это забираем. Что у нас тут? Палки, кости. Палки. Добавить стек. Не хочу эти видеть стрелы. Лук простой. Кирку убираем. Костер еще нужен, да. Про костер я... И дом нужен будет. Угу. Ну, пойдем. Я просто смотрю на прогноз погоды, мне это совсем не нравится. Воу. Так, мы будем делать минимальный дом. Добавишь костер. Четыре стены. Пол этот. А, еще нужен столбик побольше. Вот так. Отлично. Угу. Возвращаемся на базу. Эть. Да что ж такое? Во. Так, возвращаемся на базу и смотрим, что у нас есть. Значит, нам нужно... Так, нам нужно сделать еще 4 вниз. Ну и давай сделаем еще про запас. И по 4 для того, чтобы можно было от медведя уходить, скажем так. Угу. Так. 4 стены. 2 пола. Так, хорошо, это сюда. Это сюда. Так, и костер. Нужно еще волокна. О, надо же. Редкое требование нынче. Но до тех пор, пока мы до пустыни не добрались. Хватит столько. А, ну еще, может, эти аптечки. Ну, не знаю. Не уверен. Так, 10 часов. Такое. Что-то у нас долгие приготовления. Прямо камень. Кроличек, ну ты чё? Убийца кроликов. Так. Хватает? Да, хватает. Создаем. Поедет с нами. Забираем. А, ну да, типа, блин, где эти волки? Волки, вот он и появился. Так, что вы тут забыли? Идите сюда. Заблокировали весь процесс. Сюда. Так, хорошо. Чуть-чуть камня. А железная руда-то зачем мне здесь? Уйма железной руды. В принципе, нам надо что еще? Ремонтироваться? Или не надо? Я думаю, нормально. Минимальный комплект есть. Если что, и запасная кирка еще одна. Еда есть. Луки в разных проявлениях есть. Дрова есть. Как бы вроде нормально. Кости можно скинуть, а это можно съесть. Пока не испортилось. Ну что, подвигаем на точку. Давайте попробуем.
что-то сделать. Так, мы поели, мы попили. Ну, конечно же. Только я. Угу. Мы поели, мы попили, и сразу же буря. Тут еще, кстати, есть такой прикол, то что между биомами, когда ты, к примеру, из леса в Арктику заходишь, и наоборот, у них разные климатические вот эти... Ну, не то, что пояса, у них, если у тебя, к примеру, в лесу буря, это не факт, что будет буря в Арктике. И то же самое, как ты в Арктику можешь войти прямо в бурю. Так что есть нюансы такие. Ну, переждем бурю, что делать. Давайте переключимся на простые стрелы. Готов. Тот убежал. Еще вроде как полезный навык исходящая угроза, что может чуть ли не вплотную к медведю подбираться. Я CXP выбиваю, если что. Ну, на очки работаю. Так, закройтесь. Хотя вроде не дамажит, но все равно стрёмно. И кто-то меня пасет. Вот видите, знак глаза, что кто-то меня видит. Это меня видит. Что это? Не знаю. Прям так. О, дамаг. Ой-ой. Фига себе. Нормально, нормально. Не идет. Ну, жестко. То есть и после этого будет еще более сильная буря. Блин. Так, вот сейчас должен идти дамаг, теоретически. Да, пошел. Ну вот, если будет снежный шторм, к примеру, эти плоские крыши, они даже могут обвалиться под снегом. Так неплохо. Подамажило, так подамажило. Окна целые, шмотки целые, спальник целый. Все вроде целое. Угу. А нет. Вот так. Норм.
со временем заканчивается. Супербуря. Да, хочется, конечно, еще раз в сон и потом бежать. О. Пошел геноцид волков. Просто вот этот супер-супер, что у меня, конечно, напрягает. Мне хочется с ним сталкиваться. Так, с другой стороны... О. В уголок окна. Так, надо уровень набирать. Скорость мы качнули свою. О, еще один. Хорошо. Просто великолепно. Там кто-то пытается ходить эти заготовки. Еще поваленные деревья. Блин, 12 часов. Я буду об этом жалеть. Я знаю, что буду об этом жалеть, но я это сделаю. Так, подожрем. Так, и побежали. Уж место для экзотики оставить надо. Не говоришь, что Миша там снова появился. Это Миша или Бизон? Это Бизон. Да, это Бизон. А это волк. Зубами щелк. Но у нас пострашнее зубы. Так, бизон. Угу. Ну, типа, вижу большой, и это сразу начинаю перепроверять. Так, кабанчик. Уперся что-то в стенку. Идем, идем. Вы дышите очень нездорово, вы знаете? Так, нам туда, насколько я помню. Проверяем. А, Мишка там сзади. Окей. А здесь кто у нас? Здесь тоже Мишка. Просто бежим. Так, надо фляжку немедленно убрать. Эй. Хоп. Хоп. Так, убираем флягу. А, поскольку когда ты пьешь, у тебя уменьшается температура. Ты себя остужаешь, и даже со всеми бафами тут так можно получить себе
обморожение. Так, только не говорите, что это в этой пещере. Да, это в этой пещере. И никого не видно. Почему мне это не нравится? This is the zone. Так. It's around here somewhere. Вижу. Вот экзотика прямо перед нами. Где-то здесь должен быть червь. Но его здесь нет. И нету. Отлично. That, my friend, is exotics. Ага. I want a little more than that, though. Окей. Конечно, спасибо. Но можно мне, да, выйти из пещеры, чтобы... Насколько я знаю, тут их несколько, этих мест есть. По-моему, дальше еще что-то было. Так, это выкидываем, это подъедаем, это подъедаем. Еще бы вспомнить, где они еще были. Я помню, что там была расщелина какая-то. Ну тут расщелина есть. Наверное, где-то здесь тогда. Так, давай идем сюда. Вроде не видно никаких мишуток. Так, выключи свет. Зачем тебе свет сейчас? С другой стороны, они могли все поменять. Ага. Красавец там такой бегает. Засек. Вот там, по-моему. Хоп. Да, так и есть. Так, угу, есть. Так, пока еще не поздно. Ну хорошо, здесь мы нашли. Где-то должна была быть еще... Ну где я метку поставил? Вот тут. То есть там где-то... А, вон там дыра, да. И побежать до капсулы, что ли? Не-не-не, 100 баллов еще есть. Вот все там, да. И одна там. Давай мучить этого зверя. Думаешь, я такой... Давай, иди сюда, иди.
ты ж какой. Ладно, это было глупо. Это было глупо. Он меня скинул, я сломал ногу, то есть он даже двинуться не мог. Угу. Но мы его нашпиговали красиво. Так. Как-то он странно ходит, вам не кажется? Очень странно ходит. А вот сейчас нормализовался. Ну что ж, перепроявляемся. Угу. Долг XP, да. Долг XP, кстати, будет хороший. На целый уровень. Ну, помчали. Хотя это глупо вообще без какого-либо оружия бежать. Но, с другой стороны, игра должна быть очень благосклонна. Я еще высматриваю краем глаза ягоды, где есть, чтобы чуть-чуть ускориться. Вообще интересно, что это за ягодки такие, которые так бустят выносливость. Ну, давай тыковку хотя бы съедим. Тыковка, консюм, есть. Главное сейчас на волков, на мишек, ни на кого не нарваться. Иди. Отлично. С какого фига у меня повреждения такие? Кто мне расскажет? Так, ягодки. Ягодки сразу кушаем. И бежим за собой. Сейчас мы начнем подмерзать. Не ори там. Он с этой стороны, да? Идем по дальнему кругу. И все равно я не понимаю, почему такой дебаф начинает действовать. Совсем очень бегу к своему трупаку, который у нас вот тут. И не знаете, так что типа в этом в хот-баре отголоски иконок того, что ты потерял. Не, я понимаю, что это для того, чтобы труп-то где? Вот ты где.
Так, быстро хватаем, забираем. Угу. Я оделся? Я оделся. Отлично. А баллон? Баллон поставили. Так, экзотика была у нас где-то здесь, по-моему. Это не экзотика. Вот в этой дырке, по-моему, будет. Я, главное, не понимаю, где этот находится. Так, вот она, да, так и есть. Оу, не-не-не-не-не, так не годится. Так, давайте лечить раны. Раны у нас серьезные. И мы можем создать то, что нам нужно. Только оно тоже вывалится. Ага. Поэтому поджираем, что нужно. Насильственно поджираем. Берем этот. Ой, простите. Лечим. Так, отлично. Осталась только гнойная рана. Так, подбираем это. Подбираем это. Продолжаем долбить. Так, хорошо. Это мы сняли. Мы сняли на склоне. Мы сняли в этом. Грёбаный пипец. Понятно, где он находится. А теперь понятно. Он там. Начнем сюда. Так, смотрим. И где-то здесь по правую руку тоже должно быть. Да, скорее всего, где-то здесь. Угу, так и есть. Так, 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 так. Хорошо. Есть. Все, и уходим отсюда. Так. Это очень страшно. Вы видите, да? Посмотрим, куда он идет, но нам надо валить. Ага. Так, ставим туда метку. То есть нам нужно уходить сюда. Так, передохнем.
Вот я смотрю, типа, на лук. Мне кажется, это такие чудесные глюки DLSS. Тем временем вечереет. А нам еще бежать и бежать. Справа. Главное сейчас не наткнуться, блин, в этом световом шоу. Непонятно. Восстановись. Так. Бежим. Пожалуйста, без медведей. Это не медведь. Это велорог, который почему-то, по-моему, кричит так же, как серна. Статоры просто абзац. Может, по мнению игры, я слишком испугался. Я думал, это кабанчик. Это не кабанчик. Угу. Мы практически дома. Смысл мне было делать, конечно, этот спальник, дом один на один. Нет, смысл всегда есть, поскольку ты не знаешь, что будет. Здесь можно такой рандом наткнуться, что тебя застанет снежный шторм и все. Это даже со всеми бафами для тебя плохо будет. Так. Дом, милый дом. Эй. Отлично. Мы вернулись домой. Это приятно. Так, надо вернуть, во-первых, флягу на место. Чуть-чуть покушать. Да, у нас есть 60. Так, у нас есть еще вот эта штука. И нужно поставить нам... эту станцию, которую внутри можно ставить. Так, это хорошо. О. Так. Запросить челнок. А-а-а. Понятно. Вы поняли? Объясню. Оно должно быть на улице. Только так оно работать будет, поскольку внутри у него нету связи. Это было прикольно. То есть животное вообще даже... чё? Не знаю. О, как он подсвечивается прикольно. Красиво. Так, закидываем. И доставляем. О, надо бежать. Круто. Это было круто. Круто и красиво. Так, ну что ж, поздравляем, миссию мы выполнили, мы заработали чуть-чуть экзотики. Так что я предлагаю сейчас поспать. Да, вон 60 экзотик, видите, награда. Спим, просыпаемся.
Осознаем, что у нас еще 4 экзотики оказалось не там, где надо. Вызываем. Красота. Я специально интерфейс отключаю, чтобы полюбоваться. Красота. Так, хорошо. Да, интерфейс верните. Вот, я еще хотел что отдать. Ну, посмотрите, это же красиво. Да. Все, отправляйся. Также мы выяснили то, что... Круто. И звуки появились. Тихо. Ой, что-то со стрелой случилось. Мы это видели, да? Вот опять подглючивания идут. Да, но уровень нам придется добирать. Так, собственно, нам нужно теперь двигать. Алло. Карта. Во, заработала. До челнока побежали. Что-то. А, извини. Угу. Так, да, кирка моя на месте. Значит, просто бежим. Угу. Ягодки. Ну, ягодки можно, кстати, съесть. Тоже баф будет. А, да, будет. По-моему, на желудок только 3 можно бафа повесить. И тут еще то, что отдохнувший после сна работает. Так, бежим. Цветалось. Даже сказать нечего. Ну, умерли, подняли сами себя. Слава богу, у нас кровать не исчезла никуда. Все было цивильно. Теперь остается только добежать до капсулы. И не умереть. Медведь может меня расстроить, конечно. Идем спокойно. У нас скорость очень хорошая. Скорость у нас прокачана. Это олень. Я бегу и думаю, типа, надо опередить генератор игры, чтобы мне медведя не подкинул перед носом. Хотя вроде здесь не так это действовало. Так, а что это мне? Сейчас
Цистерна, кролик, фигня, в общем. Дайте капсулу. Вон пещерка. Кому интересно, можете отметить себе. Это у нас М10. Так, да, мы как-то не в ту сторону уже двинули. Передохнем. Сколько нам бежать-то осталось? Мы уже практически набрались. Так. Слава богу. Ну, мы добрались. Так, скидываем. Что там есть? Остальное вроде скидывалось само. И возвращаемся на станцию. Задание выполнено. Получили экзотику, получили 150 еще непонятной валюты, и у нас открылась экзоматерия, которая добывается с помощью кирки. Она теперь будет во всех миссиях, появится во всех миссиях. Клево. Это позитивные новости. Вот. Так что всем спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, ну и подписывайтесь.